Прирост внутреннего валового продукта Латвии в этом году может составить примерно 5%, сказал в передаче «Утренняя панорама» на латвийском телевидении министр экономики Янис Виттенбергс. Виттенбергс отметил, что в 2022 году в экономику будут поступать средства Европейского механизма восстановления устойчивости. Новый период освоения фондов Европейского союза будет положительно влиять на занятость, а уровень безработицы снизится еще на 1 процентный пункт. Продолжим целенаправленный курс на привлечение инвестиций. Прошлый год был успешным, рекордным для экономики Латвии. Но нужно продолжать работу для достижения цели 2027 года – экспорта товаров и услуг на 27 миллиардов евро. Как сообщалось, за 9 месяцев 2021 года ВВП Латвии вырос на 2%. В фактических ценах ВВП Латвии за этот период составил более 23 миллиардов евро.